Привет, дорогой друг! Сегодня я начну снова с хорошей новости. В свежем номере журнала Edge вышла статья про Last Guardian, основанная на свежей презентации игры. И главное, что разработчики опровергают слух про перенос на 2017. Игра выйдет в этом году, а свежий геймплей покажут уже на E3. И еще одна важная особенность игры. В геймплейной демонстрации этот монстр по имени Трико отказывается прыгать с мальчиком в озеро и сидит на берегу, потому что он частично кот. Всем мур-мур, пацаны. Если что, то еще немного подробностей игры есть в статье, которую вы найдете в подсказках в верхнем правом углу. Короче, грядет самый, не побоюсь этого слова, долгожданный эксклюзив Sony. Наверное, разработчики ждали, чтобы install base консоли вырос. И он вырос. Компания отчиталась о 40 миллионах проданных PlayStation 4. А игр почти 271 миллион копий. А вы говорите, игр нет. Конечно нет, их небось купили все. Но вот No Man's Sky, по слухам, не скоро внесет свой вклад в увеличение продажи консоли. Согласно источникам сайта Kotaku, космическую игру с процедурно генерируемой вселенной перенесут. По предыдущей информации, игра должна была выйти менее чем через месяц, 22 июня. Другой источник из магазина GameStop подтвердил слух, рассказав, что сотрудникам дали наклейки «Выходит скоро», которыми они должны заклеить даты на промо-материалах игры. По слухам, теперь игра выйдет в июле-августе этого года. И я не могу не показать вам этот твит. Тем временем про игры, которые пока не перенесли. Polygon опубликовал 2,5-минутное видео с геймплеем новой цивилизации. Там все не так плохо, как с их геймплеем Дума, так что смотреть можно. Вкратце журналист говорит о том, что это вроде игра, в которой ты все знаешь, если играл в предыдущие игры серии. Но при этом куча мелочей работают по-другому. Так что всех фанатов серии есть причины ждать игру. И к совсем свежим играм. Для планшетов и смартфонов на iOS вышла игра про безумных кроликов. Фанаты столько лет ждали, хотели и наконец получили мобильную карточную игру. Free-to-play. Rabbit Heroes. Ладно, выделываюсь я тут, а сам тем временем прошел, кажется, всех мобильных Реймонов. Короче, если вам интересно, то вы знаете, что делать. Еще в сети появился трейлер Ghost Recon Wildlands. Если что, то в теории это та игра, в которую вы всем отрядом переедете из Division. Но это в теории. Сейчас как минимум смотрится красиво. И напоследок посмотрите крутецкий трейлер новой Deus Ex. Точнее, не трейлер, а ролик, посвященный событиям, предшествующим событиям игры. В общем, по канону осталась концовка, в которой все аугментированные люди на время сошли с ума. И начали бить, кромсать, резать. В ролике вы увидите это и последствия сбоя, показывающие, как раскололся мир. Если ждете игру, то обязательно посмотрите. Все ссылки в подробностях в верхнем правом углу. С вами был Павел Пивоваров. И до встречи завтра в 20:00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котеночек очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем мур-мур, пацаны.